попробую просто проехать педалированием, что получится.
тысячам годов должно быть. Пока 60 выдерживаем. Ну, тут есть спуск небольшой. Пошел падать 11.2. До 11.4 мы передавали. Сейчас почти ровно. При 1100 оборотах получается 60 км в час скорость. Она переключила передачу, смысла нет, слишком низко, чуть-чуть навалим. Так, ниже опустить, чем 11. Получается, при скорости 83 оптимально ехать на круиз-контроле. Скорость больше, чем 60, никто не тащится. И расход небольшой.
человек против компьютера, пока не побеждает. Возможно, он уже 40 тащится. Да, пошло опять 11. Мы проедем еще километров 5 и все. Знаки 40. В борьбе человек-компьютер все-таки компьютер был более точный.
самый результат 11. Гигантские усилия. Все-таки получилось, немножко обыграл компьютер. Правда, ползти как черепаха, может на круизе было бы еще меньше. В следующий раз надо попробовать. Стабильно получается 10,8 при скорости 60. Получается большой размах, то есть лучше ехать на круизе 80. Жарко, ему 10,8 застыло. Все, будем разворачиваться. Ниже не хочу, смысла никакого не вижу. Неинтересно.